Мы красавцы, потому что у нас второй сезон. А? Начинаем. За сколько Катя продает свою квартиру? Я думаю, что мы за 2 недели сделаем 1 000 000. Слушай, Ермила, такая красивая. Ой, девочка. И Петреск уже не в моде. И Петреск уже не в моде. Ваш бренд не найден. Поэтому мы с Сергеем подумали о том, что неплохо было бы найти нам партнера. Во втором сезоне я могу раздеваться? Давай это в бриллианты. Я тут бы себе кого-нибудь подобрала. Ну, если вы такие классные, почему нет? У меня наконец-то будут сольники. Офигеть! Калифорния, США! Я могу дать вам совет, который сэкономит вам очень много денег. Чао, бамбино, сеньорита! Привет! Привет! Ну, ты прочитал мою книгу? Моя любимая книга. Все время читаю, перечитываю. Привет! Всем привет! Я знаю, что ты ее не прочитал, кстати, так что можешь не ломаться. Ну что, ты готов? Готов. Мне кажется, это торжественное событие. Мы красавцы, потому что у нас второй сезон. А? Начинаем. Ты, конечно, не хач, ну да, я покрашу. Вот. Я, кстати, думала, может быть, ну его нахрен, все бросить и пойти в сезон к хачу невесту. Представляешь? Ты, кстати, смотрела. А жених ему не нужен? Я не знаю. Но у нас все интереснее. У нас сегодня начало второго сезона, ребята. У нас сегодня начало предкастинга, потому что мы давали большое количество этих криков вперед к нам шоу. Я, конечно, понимаю, что, наверное, в бизнес-шоу людей идет меньше, чем, знаешь, в шоу фриков или еще кого-нибудь. Сегодня мы рассмотрим с тобой анкеты. Ты думаешь, у нас будут анкеты фриков? Я думаю, да. Я думаю, да. О, я уже вижу Ленчик. Ленчик, тащи коробку. А, мне кажется, наша Лена. Ой. Давай засветим Ленку. Это же Лена. Ребята, смотрите, это Лена. Это Лена. Вот когда я все время пишу, пишите Лене, это ей. Мне кажется, она у нас круче, чем Наташа в «Поле чудес». Помнишь? Ты помнишь, как говорил все время? В поле чудес. Наташа, она выходила с табличкой. Нет, не помню. Боже, Ермила, проплаченная реклама. У них второй сезон будет забит рекламой. Проплаченной. Черт побери. О, боже мой, все анкеты. Сколько бумажек. Ленка настаралась. Мне кажется, она просто перевела бумагу. Ну что, ребята, мне кажется, это вот, если бы был бокал, я бы подняла за этот тост. Вот, потому что, во-первых, кто-то просрал, короче, и не прислал анкету, а кто-то это сделал. И в этот раз, прямо сейчас, мы начнем смотреть, кто же будет становиться нашими командами, участников, потому что в этом году, ну, наверное, уже до конца этого года сезон будет классный, потому что участники, которые будут приходить, мы увидели большую проблему. Мы увидели, что приходят ребята, которые хотят, которые что-то делают, но команда... Ну, вот этот вот вечный, да, кому партнер кидает, или партнера вообще нет. В общем, участники, вам нужна команда. Вам нужна команда. А многим из тех, кто смотрит, теперь в этой коробке. Нужен шанс. И вот это как раз и есть ваши шансы. Но перед тем, как приглашать уже на кастинги и знакомиться вживую, потому что это важно, это проект, который подразумевает общение, да, съемки. Нам важно знать, что вы адекваты, прикольные, потому что если вы неадекваты, вам ни черта не поможет. Даже если вы профессионалы. Поэтому сейчас прямо мы будем с Сергеем, мы приняли решение посмотреть, кого же мы позовем уже на открытый кастинг. Я очень надеюсь, что это не супер страшно сейчас будет, потому что ты смотрел вообще, кто анкеты присылает? Так, чуть-чуть иногда посматривал, но большинство не смотрел. Я тоже большинство не смотрела, потому что надо на это тратить целые дни. Ну, давай, поехали. Как это будет? Давай первый. Прежде чем начнем, думаю, что надо рассказать вообще, что это за кастинг и куда он проходит, и кто эти люди, которые присылали анкеты. Кстати, любой из вас тоже может прислать такую анкету. Мог. Мы под этим видео оставим. Еще присылайте. Команда нам все время нужна. Кто такая команда? То есть у нас герои, главные герои в шоу. Вы их видели все, они у нас есть. Любой выпуск посмотришь, там есть главный герой. А кто такая команда? Еще не было команды. Вот. Если вы что-то можете делать для бизнеса, как-то помогать героям, если вы видите, что вы для героя можете помочь решить его проблему, ну, там, например, сделать ему сайт, настроить рекламу, сделать ему какой-то маркетинг. То есть любую помощь вот героям вы можете нашим оказывать, то вы можете присылать свои анкеты, мы будем вас рассматривать, и если вы подойдете, то мы вас будем включать в команду какого-либо героя. Смотрите, вы можете, во-первых, прокачать свои навыки, если вы новичок,
но хотите что-то делать, как-то запуститься, то вы можете прокачать свой навык, работая в команде и помогая человеку, ну, оказывая те услуги, которые вы хотите оказывать, первое. Второе, вы можете получить какой-то опыт хороший. Затем вы получаете пиар у нас, если вы делаете свою работу хорошо, если вы человеку помогли герою, благодаря вам герой улучшил какие-то свои показатели в бизнесе, естественно, то вы на коне, и все люди узнают, что вы классные и захотят покупать ваши услуги. Но если у вас все плохо, если вы сделаете плохо, то все узнают, что вы делаете плохо. Поэтому... Но самое главное, что мы же будем помогать вам прокачиваться. Мы будем еще вас помогать обучать, знакомить вас с классными людьми, которые уже умеют это делать. Короче, шанс офигенный. И мне кажется, вообще коробок таких должно было бы быть 10. Друзья, мы сейчас находимся в поисках компаний или людей, которые занимаются дизайном, веб-дизайном и версткой. Возможно, ваша компания этим занимается. Вы бы могли с нами посотрудничать. Мы хотим упаковать, перепаковать сайт Ольги Ермиловой, привести его в порядок. Уже дошли до этого руки, наконец-то. Поэтому, если вы в теме, если вы знаете, что вы классно можете нам сделать сайт, вы можете нам классную сделать верстку, вы прям готовы с нами поработать, обязательно нам напишите на e-mail, они всегда, все наши контакты есть внизу под видео. И кто знает, возможно, мы с вами сделаем что-то очень классное, ну а вас узнает очень большое количество людей. Здравствуйте. Привет. Как доехала? Нормально, отлично. Все. Слушай, ну мы все это время после зажигалка пати, где мы с тобой виделись, видели твоего нового дизайнера, ничего о тебе не слышали, не знаем, что у тебя произошло, поэтому рассказывай. Вы меня вырвали с рабочего процесса. Ну, судя по тем картинкам, которые ты прислала, мы видим, что у тебя там активно все происходит. Активно, да. У нас каждый день сейчас происходит что-то новое. Мы, ну, есть и проблемы, есть и продвижение. То есть все как бы движется, но не так бы, как хотелось бы быстро, скажем. Давай сначала начнем. То есть первый момент – это то, о чем вообще знают люди, да? Это то, что Таня прекратила сотрудничество, и все очень сильно переживали, и много людей писало о том, что как же, много дизайнеров нам предлагали свои услуги, но дизайнер появился, те, кто был на зажигалке пати, это слышал и даже видел, и вы приступили к совместному проекту, правильно? Да. Что сейчас происходит, на каком этапе проект, как дела с Катей, естественно, всех интересует, не сбежала ли еще Катя, не разорвали ли вы еще свои отношения? С Катей все нормально, мы как плодотворно сотрудничаем. То есть пока вы друг друге не разочаровались? Нет, все так ждут, но нет. Я, кстати, хотела вот этот вот разговор уточнить. За сколько Катя продает свою квартиру? Оля, Катя продает квартиру за 12 тысяч. У нас очень дешевые цены в Мариуполе, потому что рядом прифронтовой город. И этим пользуются вовсю. А почему тогда она говорила о том, что она готова инвестировать $2000? Просто когда она начала говорить о том, что она продает квартиру, то я подумала, что, ну, все деньги за квартиру она готова инвестировать. И тут зашла какая-то речь о том, что вы там по $2000 готовы, по крайней мере, когда вы у нас были на съемке, шла об этом речь. И я вообще тогда ничего не поняла. Я подумала, неужели квартира стоит $2000? То есть вот этот момент, он для зрителей всех остался в догадках. Я объясню этот момент. Она хочет часть вложить в бизнес, а остальную часть купить квартиру, хотя бы однокомнатную, для того, чтобы была подстраховка, что у нее семья живет, у нее бы, я даже ее настраиваю, говорю, Катюш, надо, чтобы у тебя обязательно была недвижимость, хоть пусть она маленькая будет, однокомнатная, но ты всегда можешь с семьей туда прийти, там пожить. Все, вопрос нам как бы ясен, как распоряжаться деньгами, это ваше уже дело, просто мне был интересен этот фактор, я думала, ну, потому что речь звучит, что я ради бизнеса продаю квартиру, я подумала, неужели $2000, ну, квартира, это ужасно. У нас сегодня необычная рубрика. У нас сегодня будет распаковка, потому что очень много подарков мы от вас начинаем получать. И некоторые подарки очень
классные, неожиданные. Поэтому я решила, что буду показывать, собственно, то, что вы присылаете, дабы вас благодарить не только в Инстаграме, но и, собственно, во влоге «Зажигалка». И вот эта картина, она шла к нам огромное количество времени. Сейчас мы посмотрим. Огромное количество, потому что она шла с таможни, она шла с Минска. Александр Владимирович нам ее выслал. На самом деле написала ее красавица-девушка. Хочу Ольги... Кому? Ольге Ермиловой. Хочу, на всякий случай проверила. Так, значит, мы сейчас с вами ее распакуем и посмотрим. Значит, эту картину, в общем-то, вы помните, что я искала художников для офиса, для того, чтобы украсить картинами офис. У нас это получилось, вы тоже это увидите обязательно. И потом у меня появилась еще идея украсить, в общем-то, свой дом картинами. В общем, так получилось, что художников оказалось очень много. У многих начали возникать какие-то там обстоятельства, но оказались те, кто сказал: «Я напишу тебе картину», и стал эти картины присылать. В общем, это, по идее, по сценарию должен быть, я не знаю, как это снимать правильно, это должен быть мой портрет. Страшно, честно говоря, на такое смотреть всегда. Наконец. Ну, мне кажется, я похудела на 3 килограмма. Та-ра-ра-ра! Пока я ее вскрывала. Но это еще не все! Потому что теперь... О, помните? Теперь у меня есть психотерапия. Так, главное, картину не поцарапать. Но у меня следующий этап. Не тут-то было. Та-ра-та-там. Я Кминус еще не видела. Боже. Ой, какая я большая. И главное, все сотрудники меня бросили. Один, единственный остался со мной Ростик, который все это снимает. О боже. Портрет Дориана Грея. Только надо ее почистить, конечно. Офигеть. Слушайте, это вообще можно пережить? Аллилуйя. Все, она отправляется ко мне домой. Блин, охренеть просто. Скажи, я же хороша? Ну скажи. Блин. Класс, спасибо огромное. Слушайте, все. Теперь ждите портрет из моего дома. Из моей квартиры. Слушай, это обалденно. Спасибо тебе огромное. Ребята, оставляю контакт художницы. Обязательно, чтобы вы посмотрели, какая она умница, какая она молодец. Это, кстати, смолой все покрыто. Мы приняли с ней решение. У меня теперь все будет. Решили в смоле. Спасибо тебе огромное. Это просто кайф. Вот она точно будет висеть у меня дома. Обещаю, я ее никуда не дену. Офигеть. Боже, как хорошо себя любит. Боже, Ермила, такая красивая. Моя девочка. О, прикол. Анкета первая, знаешь, с кем? Мария Шахова. Она первая прислала. Она реально, да, первая прислала? Я помню, она прям ну, только... Ну, вы помните, Мария Шахова, наша участница, одна из наших первых участниц, девочка-бутылочка. Mm-hmm. Какие услуги предлагаете? Психология. Опа. Личные консультации. А бутылочки? Проработка убеждений, психология бутылочек. Для тех, кто с бутылочкой. Цель ее – прокачать свои навыки в реальном деле, получить новых клиентов. Я не совсем понимаю, каким образом это может помочь нашим участникам. Ты понимаешь? Проработка убеждений, нет, трансформационная понимаю. Игра. Но я предлагаю ее пригласить на кастинг и в любом случае посмотреть. Но это же Маша. Ну, давай, пусть расскажет, может, чем-то сможет помочь. Екатерина Пронина. Мой индекс ни дома, ни улица, ни хрена не писала. Умею выстраивать процессы в частных садах, школах. По образованию психолог. У меня есть частная практика в сфере психотерапии. Слушайте, да. Мне кажется, что посмотрели все наши шоу и поняли, что у нас с головой у всех проблемы. Или это нас идут лечить? Не совсем понятно мне. Зачем она нам? Но теоретически, а вдруг к нам зайдет участник? Мы же не знаем, какие участники к нам будут заходить. Не, мы точно не будем их лечить, их головы. Если нет, у них больные может головы, быть, зайдут участники, пусть... которым они помогут процессы выстроить. Ну, вдруг это что-то будет с детским. Нет? Я психологов не беру. А я подумаю, давай у нас будет какая-то интрига, ладно? Хорошо. Я подумаю. Стопочка на подумать!
Лилия Фурманова. Образовательный бизнес, медиашкола, детский центр развития. Прокачать свои навыки в реальном деле. А что мы будем делать с Лилией Фурмановой? А ну, открой ее последний пост. У нее 1600 подписчиков, 8 лет дружбы. Одно из прекрасных праздников жизни. Вы знаете, вот эта ошибка, можно я буду чуть-чуть коучить? Ну, давай. Блин, ты же человек, бренд должна быть, Лилия Фурманова. У тебя написано там, даже в шапке ты не поленилась написать, чем ты занимаешься. И все, твой профиль скучный. У тебя ничего по теме я не вижу. У тебя нету ссылки на твои проекты никакие. Ребята, так нельзя к себе относиться. Вы должны понимать, что люди судят о вас так. Вы типа человек-бренд, но ваши проекты нигде нельзя посмотреть. Заходим на профиль в Инстаграм Оли Ермиловой и смотрим, как это делается. Ребята, это непростительно. Я, честно говоря, не знаю, что, ну, тебе что-то понятно, мне вообще ни черта не понятно. Мне тоже непонятно. Ну, зачем человек приходит, чего он хочет. Вау, Лиля, надо учиться себя позиционировать и давать. Ни хрена не понятно. Игорь Сидоренко или Сидоренко, ты как думаешь? Давай по какой-то... Давай Сидоренко. А давай, если Сидоренко, я разденусь. Очень мне хочется раздеться. Кто? Во втором сезоне я могу раздеваться? Могу. Будет. Будет. Досмотрите сезон до конца. Веб-дизайн и разработка сайтов. Зафигачить крутые проекты для портфолио. Детские праздники предлагают. Так, дизайн интерьера, создание стиля, личного дизайна, идеи стильных луков и так далее. Комплексный маркетинг. Уже да. Да. Я думаю, что мы за 2 недели сделаем 1 000 000. Давай, давай пусть приходят на кастинг. Первое, мужиков берем. Второе, мужики перестали... Женщин красивых берем. Женщин красивых берем, те, кто голые присылают фотки, берем сразу вообще, сразу. Даже не рассматривая анкету. Без трусов прям сразу. Однозначно берем, однозначно да, берем. Кстати, это украинские, вы думаете, вот сейчас, что за охуенные кресла? Я вам расскажу. Это наши ребята, украинские, которые уже давно перестали быть украинскими, потому что вот сейчас они уехали в Париж на выставку. Компания Файна называется, ссылки у меня найдете, посмотрите, это такой кокон прикольный, офигенные кресла. У нас стоит тут вообще все, тут Дромер стоит, тут Ром стоит, ну, тут Алина нарисовала картины, тут Лена сделала дизайн, ребята, офигенно. Татьяна Зиновьева. Смотрим. Сиделка с проживанием. А в шоу хочу помогать со стратегией и видением бизнеса. Нет, я поняла. Организация. Она предоставляет услуги. А, я вспомнил. Я ее сайт видел. Вот, да. У нее серьезная это компания. Это не она сиделка с проживанием. Да, да, это не она. А звучит смешно. Смотрите, сиделка с проживанием, шоу хочу помогать со стратегией и видением бизнеса. Да. Первый вопрос, готова ли Татьяна приезжать, чтобы помогать со стратегией и видением бизнеса. Во-вторых, честно говоря, это вроде как наша роль, но я предлагаю с ней пообщаться, если она готова быть на кастинге, я предлагаю с ней пообщаться, возможно, мало ли, может, она нам поможет со стратегией. Почему нет? Я, кстати, вы знаете, вот думаю, что я тут бы себе кого-нибудь подобрала, ну, если вы такие классные, почему нет, правда? Мы тоже готовы быть кейсом. Ты, да? Да, может быть. Я тоже готова стать участником второго сезона своего. Все равно еще лучше не придумали. Фух, я уже немножечко устала, ты как? Так, Яна Мишук, Украина, о боги, гардеробная фея. Превращу скромненькую Золушку в современную королеву, ведь в бизнесе, как и по жизни, встречают падежки. Значит, открываю вам бесплатно пока что. В жизни сейчас вас встречают, мать вашу, по соцсетям, по ссылочке в том же Инстаграме и так далее. Яна... Бросаю вызов моветонам и антитрендам. Так, ну, у Яны видно, что она занимается этим делом, профиль у нее посвящен, да? Она тут свои луки демонстрирует, какие-то у нее есть подборки. А я считаю, что Яну надо брать. Мне вообще хотелось стилистов, и классно, если они будут, потому что, например, Людмила. Так. Ее реально можно омолодить сильно. И если мы поменяли бы ей прическу, если бы мы, потому что мы часто говорим, но она далеко, мы не можем на это повлиять. И было бы классно, если бы девочки-стилисты, например, помогли поработать ей с гардеробом. Может быть, девочки-стилисты мне помогут. Я вообще подумал о том, что хорошо, когда ты что-то меняешь в жизни. Ну, вот люди к нам приходят в шоу, они в жизнь сильно свою, ну, они хотят что-то поменять. И смена образа, как бы, это один из
элементов этих перемен. Ну, ты знаешь, он не всем нужен, но есть кому мне бы реально тоже хотелось этим заняться, и классно, если девчонки смогут это продемонстрировать. Я, кстати, думаю, что Людмиле однозначно нужно будет, несмотря на то, что она участница прошлого сезона, но ей будет очень интересно поработать, потому что ее можно омолодить, и еще у нее процессы только начались. Угу, да? Да. Окей, все, Яну берем, приглашаем на кастинг. На-на-на. Компания «Ромб». Слушай, вот я всегда благодарна всем, особенно Петреску, за то, что мебели у нас сейчас больше, чем мебель на магазине. Это, кстати, «Ромб». Помнишь выпуск «Ромб»? Да. Алену-то ты точно помнишь? Заметь, из Черкас. И стул этот как будто бы делался для этого момента. Да, он для этого момента он и делался. Он для этого момента и делался. Ну, почему? Классные вот, стульчики делают. Я даже целовать буду. Можно шутку? Я не знаю, может, потом Алису выгонят после этого со школы, в чате родительском, в котором ты никогда не будешь. Когда мамы пишут сообщения, половина пишут с ошибками. Это пиздец. Просто. И думаешь, в общем, не думаешь. Я этого не говорила. И это, конечно, не те, которые мамы смотрят мой канал. Не-не-не, вы пишете. Мои уже все знают, что как надо говорить и все. Так, Куранда Юлиана у меня так, есть. Так, вот она. Модельер бренд одежды. Что сегодня по одежде, по шмоткам? Mm-hmm. Я не совсем понимаю, но это, я предлагаю ее позвать. О, смотри, симпатичная. Да, да, мне уже нравится. Мне тоже нравится. Хорошенькая. Вообще, главное в бизнес-шоу это что? Классные, красота. Классные тёлки? Да. Классные мужики? Да. Комната и у нас тачки, есть. Тачки. И тачки, и секс. И мотоциклы. И секс. По сексу у нас Женька. Посмотрите, какой у нас оператор. Да, сейчас посмотрите. Я думаю, у нас оркестр останется еще в 3 раза больше. Этап сейчас в салоне. Вы закрылись, начали ремонт, не закрылись. Что сейчас происходит? Значит, что у нас сейчас происходит? У меня салон начинается не с нуля, то есть у меня был коллектив. Да. Из этого коллектива у меня сейчас осталось 2 человека, плюс уборщица. Они уже все убежали? Да, самый первый у нас убежал массажист-реабилитолог. Причем он подарок еще мне на день рождения сделал, на 1 августа он мне сообщил, что он уходит. Хотя он должен был уходить 1 сентября. И в итоге, да, сейчас у нас остались 2 парикмахера, Надежда Филипповна и Анна Александровна. Это непосредственно женщины, те, которые вот работали у нас со старшим поколением, они еще на данный момент работают. Как бы они, кстати, себя очень хорошо повели, они даже на собрании ни слова не сказали. Сказали: Людмила Николаевна, как считаете нужным, мы в тот момент и уйдем. Мы сейчас с Катей продумали, что когда будем уже их провожать, мы им там почетные грамоты выписали, ну, за добросовестный труд, за то, что они... Ну, молодцы, это очень приятно, что, по крайней мере, это адекватные люди, которые уважают, это очень хорошо. Видите, в таких ситуациях они всегда проверяются, кто находится рядом, но это замечательно, что они такие... Катюша нам, дизайнер, сейчас присылает эти вот визуализации. Мы же с Катей там и так смотрим, она нам там и розовенькое сделала, уже диванчик и такой. Мы уже сказали: Катюша, мы тебе доверяем, нашему дизайнеру. Кстати, я представлю, наверное, да, наш дизайнер, это Екатерина Сушко. Да, вот это написано на проекте. Она из Варшавы. Когда мы с ней познакомились, я даже не знала, что она, кажется, ведет YouTube-канал, у нее 45 тысяч подписчиков. Да. Давайте поговорим немножечко все-таки, значит, о дизайне. Кто это разработал? Это разработала дизайнер логотипа у нас Елена Андреева. Мы только что с ней в кафе встречались, кофе. Откуда Елену узнали? Она, сейчас скажу, она сама из Минска, но сейчас они живут здесь, в Киеве. Как мы познакомились? Когда вышло видео,
ну, под этим в комментариях. Она мне чем запомнилась, у нее ник Гуси-Пуси. И она написала, да. Людмила, я вам готова сделать логотип. Ну, вот она его сделала. Да, и она его сделала буквально очень быстро. Много она вариантов делала. И вы на этом остановились. Вот этот... Как самим-то нравится вот это все то, что... Нравится, да. Да. Хочется уже, чтобы поскорее так было. Да, да. Мы уже часть за мебель, вот вчера я уже предоплату внесла. То есть, Все понаходили? Я видела, что вы писали там, что не можем найти мебель, производителя. Нашли, Оля. Все, нашли. Нам сомневались. Не-не-не, хотела узнать. Да, но мы, естественно, всем трубили, что мы ищем мебельщиков. Ну, нашли мы как, случайно, в Инстаграме. Раз, и реклама, Валберг, мебель. И раз, такие же стулья, как нам нужны. Я быстренько нашему дизайнеру. Катюша, вот нашла, случайно тут мелькнула мебель. Я и раз ссылочку. Она, ой, это точно то, что нам нужно. Звоним туда, там у нас Валерия менеджер. Она сразу откликнулась, сразу нам все ткани, все-все-все сделала. Там у вас местные, да? Нет, она, по-моему, из Черновцов. Ну, вот это производитель из Черновцов. Да, да, из Черновцов. Они делают дубовую мебель, из дуба, я так поняла. Вот, и делают под заказ. То есть ты выбираешь ткани, и они тебе делают. Вот. И у нас же стиль Прованс, и нам нужно было определенный стиль. Педикюрные кресла, диванчики там и так далее. Пуфики там всякие разные. Вот. И мы это все же ей заказали, а она нам это все сделала. Вчера мы предоплату сделали, от 4 до 6 недель ждать. Мебель. Потом кресла, которые парикмахерские, мы решили те кресла, которые у нас два есть, у нас же бюджетный проект, да, мы их обшиваем, в общем, договорились, долго мы им голову морочили этим из Чернигова, потом они в итоге нам сделали 3000 скидку. В Чернигове или Черновцов? Нет, в Чернигове, другую мебель в Чернигове, другую. Да, мы уже с ними раньше работали, и мы уже там с Женей поговорили, в итоге она говорит, ну все, давайте окончательно останавливаемся, мы уже 3000 делаем скидку, присылаем абсолютно новое кресло, только определитесь с цветом, там уже просто смешно было, мы сначала скаден беж, потом скаден серый, потом скаден белый, и он мне уже пишет в вайбере, у вас до 10 утра есть время уточнить уже точно, какой будет цвет, и мы потом скаден беж уже точно уточнили, ну в общем мебель тоже уже заказали. Так, ну и как вы помните, у нас в офисе прошел ремонт, и мы еще вам, скорее всего, ничего не показали к этому выпуску. Но нам продолжают писать ребята, которые говорят, Ольга, у вас ремонт, мы хотим что-то вам еще дать. Ну уже некуда, уже, ребята, некуда, сами скоро это увидите. Но мне написала прекрасная девушка Инна из Loft Space. Они изготавливают мебель различную именно для лофт-пространства. И, конечно же, мы с Леной Петреску от жадности начали изучать. Ну, может быть, мы что-нибудь там классное найдем? И посмотрите, что мы нашли. Да-да-да, мы нашли две офигенных бочки, и мы решили, что им самое место в нашем офисе. И сейчас мы их с вами распакуем вместе и посмотрим. Ну посмотри, ну круто же, это наша черная бочка, она у нас останется в этом кабинете, я еще не знаю, куда именно мы ее поставим. Так, что это такое, откуда, сейчас распаковываем вторую бочку, несложно догадаться, какого она цвета. Слушайте, они такие качественные вообще, я всегда смотрела на эти бочки у кого-то на картинках и страшно их хотела. Ну теперь у меня будет собственная бочка. Ну посмотри, у кого еще есть такая бочка? Только у меня. Это мои зажигалки бочки. Спасибо огромное, ребят. Очень круто, очень. Мне очень нравится. Обязательно оставлю ссылочку тоже на ребят. Посмотрите, какую мебель прикольную они изготавливают. Честно говоря, очень жалко, что я вас поздно обнаружила, или вы меня. Но этому мы точно найдем применение. Так, ну это еще не все. Потому что это абсолютно сюрприз для меня. Я не знаю, что это. Это тоже прислали из Loft Space. Что это? Я вообще обожаю распаковывать подарки. У меня сегодня будто бы день рождения. Это же надо. В один день столько всяких.
Блин, офигеть! Боже, как я люблю себя! Посмотри! Это я! Вау, на дереве! Блин, оно такое тяжелое! Буду вас здесь бить теперь по голове! Блин, офигеть! Спасибо! Слушайте, ну это мы точно мы где-то найдем место! Смотрите, какая крута! Как же ты хороша, Ермилова, черт побери! Не будешь ты жрать пончики и будешь качать свою жопу дальше в зале, фигачить, херачить, чтобы такие очень красивые ноги у тебя были всегда. Спасибо, ребята, огромное. Слушайте, это очень круто. Класс. У-ху! Лилия Олейник, Гастомель. Могу вести соцсети, организовывать ивенты для любого бизнеса. Давай посмотрим, как может ли она себе соцсети вести. Может ли она вести себе соцсети? Да. Ну, ты мне сразу, когда человек... Ты понимаешь, что есть же причины у человека, почему он не может себе вести соцсети, если что. Он просто некогда, он другим ведет да. все время. Не, ну, кстати, смотри, у нее есть актуальные сторис, у нее достаточно симпотный Инстаграм. Написано? Ничего. PR and SMM, и есть ссылка на сайт. Давай зайдем на сайт. Ну, нормальные у нее как бы соцсети, не, абсолютно, пусть она не занимается их раскрутками, и у нее какой-то продается жилой комплекс. Возможно, они ей заплатили, да. Она давай пригласим просто... ее, узнаем. Давай. Может быть, раз... мы тоже эту ссылку себе поставим. Так, Виктория Реника. Вот, Викторию я, кстати, знаю. Откуда? А мы когда-то у нее снимали, и я в Фейсбуке с ней дружу, и я знаю, потому что она умная. Она умная тетка. Она занимается консалтингом в сфере ресторанного бизнеса. Я, кстати, думаю, что она очень многим помогает открывать рестораны, закрывать рестораны, продавать рестораны. Вообще, она умная. Вот, мы снимали когда-то с Ревик интервью у нее в ресторане, помнишь? Да, помню этот ресторан. Помогаем открыть кафе, бар, ресторан вашей мечты. У нее хороший сайт. Я предлагаю ее с ней пообщаться. И я думаю, что, возможно, ребята, если как бы Вика будет с нами участвовать, у тех, у кого есть ресторанный бизнес, кто хочет открыть. Вот. Это вообще офигенная возможность, потому что вообще Вика очень дорого стоит. Очень мне приятно получить у нее анкету. Да, Вика, это берем. Очень, берем. Очень. Это прям такой, давай это в бриллианты. Так, окей. Россия, Москва. Украина, Белая Церковь. Львов. Украина, Киев. Россия, Кемерово. Россия, Омск. Белая Церковь. Город Никополь. Бренд-маркетинг. Ну, это классно. Могу создавать фотоконтент, писать тексты для социальных сетей. Жду вас на кастинге, будем общаться. Ну, на кастинг 100%. Как бы тема прикольная, я думаю, что на собеседовании будем разбираться. Берем. На кастинг однозначно. Бизнес-консалтинг, тренинги, коуч. Давай на собеседовании посмотрим, да? Чернигов. Продажи, управление и найм персонала. Ну, однозначно будем общаться. Образование предлагать. Разработка инфографики, сбор, анализ данных, преобразование всего этого, понятный графический рисунок, построение бизнес-процессов. На кастинг берем, будем смотреть. Так, Че? И у меня голос устал. Прочитай, пожалуйста, имя. Да, так сразу. Мне надо по буквам. Махмадулоев Иноятулло. Город Екатеринбург. Прости, пожалуйста, не расслышал. Махмадулоев Иноятулло. Так, ссылки нету, ничего нету. Ну, случайно, да? Цель участия в шоу, отметьте подходящее. Получить новых клиентов и другое, розничные продажи, он написал. И ничего нету? И на Итуло. Ну, непонятно, зачем я, к нам. Ну, смотри, картина приблизительно была такая. Смотри, он сидел такой, увидел. О, Ермилова выпустила. Так вот смотрел, кто-то... И так появилось имя и фамилия. И случайно нажал «Отправить». Продажа, развитие своего бренда. Для того, чтобы продавать свой бренд, нужно быть брендом. Ничего не найдено. Ничего не найдено. Ваш бренд не найден. Я, кстати, думаю, что мы поедем третий сезон в Россию снимать уже однозначно. Потому что это уже столько проклятий, которые они мне сыпят в кавычках, что когда? Когда вы приедете в Москву? Орлова Ольга, это... Чао, бамбино, сеньорита. Ага. Эти глаза. Группа «Блестящие»? Да, Ольга Орлова. Украина, новая каховка. Она переехала. Переехала, Олька.
Тренинг, сервис как конкурентное преимущество для чего-то там. Не совсем понятно, что за тренинг. Давай пообщаемся с ней на кастинге. Давай. Губаренко Евгения, какие услуги предлагаете? Пока еще предложить нечего. А цель участия в шоу – попробовать что-то новое. Организация свадеб и других мероприятий. Отлично. Организатор свадеб. Вы можете приходить как участники, ребят. Если вы участники чего-то там, и вот это класс. Главный приз – поездка в Барселону. Или 30 тысяч рублей. И все, больше ничего не отписать. Что выберешь ты? Вот, да, непонятно. Я выберу мусорник. Мне кажется, есть такое подозрение, что мужчины все, которые... Вот, все, которые мужики обучают, занимаются, все смотрят Ермилову. Мужики, вы правильно. Должна быть хотя бы одна женщина, на которую вы просто смотрите. Слушай, я подумала, они только смотрят на меня. Не делайте, пожалуйста, от этого. О чем вы думаете? Вот не на чем вы все хихикнули в этот момент? Думаете, они дрочат на своем компьютере? Звук аплодисментов можно включить в этот момент? Ну, можно. Хохот из зала. Я же говорила, мужики-то поперли. Ты видишь? Поперли. Обучение персонала в ресторанной сфере, участие в управлении ресторана. Очень классная, кстати, штука. Очень хочу набраться опыта, проявить свои навыки в ресторанной сфере. Значит, сам Бог велел заходить к нам в этом сезоне кому-то с едой. Да. Кто делает, занимается. Потому что у нас однозначно есть крутейшая Вика. На самом деле, ребята, задумайтесь, потому что я знаю, что очень много людей, которые смотрят, все собираются. Во-первых, всегда будет потом только дороже. Во-вторых, очень крутая возможность. Эти люди, которые будут вам помогать, и вам это не будет стоить денег за их услуги, это просто вообще подарок. Мне кажется, нам пора поднимать цены. Так, Юрий Кабо. Я знаю Ольгу Кабо, актрису. Такой это, наверное, ее муж. О, пацаны, вам хана. Практически все, что касается продакшена и постпродакшена, работа со звуком, ого, запись, сведение, мастеринг, а также работа звукорежиссера на живых мероприятиях. У меня наконец-то будут сольники. Фото, съемка, цветокоррекция, лицо будет красивое, прыщи. Юр, мы тебя это ждем. Это мужиков всех берем. Мужику скажи «да, да». Киев. Выстраивание HR-процессов, помощь в подборе, обучение, развитие HR персонала. HR сегодня прям тоже нормально. Ну, ребята, класс. Мне очень понравилась эта приписка. Дидяня, канал не веду на YouTube, это ее ник. Канал не веду, зато активно комментирую под вашими видео. И вообще считаю, что каналы всем давно пора закрыть и активно комментировать под нашими канал. Видео. Молодец. Да. И лайкать, не забывайте ты лайкать. Молодец, детка Елена. Разработка дизайна для полиграфии и широкоформатной печати. Я думаю, что нужно... Дизайнер нам пригодится. Офигеть! Офигеть! Калифорния, США! Блин, у меня сейчас оператор сбежит сразу же, уже в Калифорнию. Женя, стой! Едем все в Калифорнию. Стоять! Город Сан-Диего. Сан-Диего, офигеть, я обожаю вас. Так, интернет-маркетинг. Лена, супер. Да. Супер, общаемся с вами в онлайне. Интернет-маркетинг из Сан-Диего, Калифорния, США. Мы общаться будем по ночам, потому что там у них как раз день, у нас ночь. Мне вообще нравится, знаешь, что наше шоу смотрят, блин, нормальные. Сан-Диего. Нормальные люди. Киев. Фотосъемкой. Однозначно на кастинг и смотрим. Цель участия в шоу – заработать деньги. Я на кастинге принципиального жду. Зоболев Антон из Харькова. Flower Dream. Что-то мне слово flower напоминает. И мне оно как-то подозрительно. Долго думал, писалось вам или нет. Это надо снимать по-другому. Здравствуйте, Оля. Долго думал, писать вам или нет. Но решил попробовать. Основная деятельность – продажа букетов из фруктов. Я думала, любовь. Дополнительный цветочный магазин в Харькове, но в нем очень плохие продажи. Мне вот нравится сайт. Смотри, один и тот же букет, и везде написано «тестовые товары». Странно, что плохо продается. Вот мне кажется, должно это продаваться отлично. Смотри, 8 штук одинаковых букетов фруктовых на сайте. И на всех написано «тестовый товар». Еще написано «копировать» в скобочках. И 1800 гривен. Значит, Зоболев Антон, ну, во-первых, вам необходимо быть участником проекта, потому что вы не можете быть членом команды. Во-вторых, я могу дать вам совет, который сэкономит вам очень много денег. Закройте магазин, перестаньте заниматься этим и займитесь нормальным делом, которое принесет вам деньги.
Друзья, недавно я написала в своих соцсетях очень важный пост о своем бизнесе, связанном со свадебным агентством, и решила, конечно же, использовать возможности своего влога для того, чтобы сказать об этом еще большему количеству людей. Итак, я на сегодняшний день нахожусь в поисках партнера для своего агентства «Идеальная свадьба», которое уже 10 лет находится на свадебном рынке. К сегодняшнему дню у нас есть шикарное портфолио, у нас есть прекрасная команда людей, которые организовывают эти свадьбы. У нас есть колоссальный опыт, у нас есть шикарная упаковка, роскошный сайт. В общем-то, у нас есть абсолютно все, кроме того, чтобы иметь реальное желание жить в этом, работать с клиентами непосредственно и, в общем-то, заниматься всеми организационными процессами. Поэтому мы с Сергеем подумали о том, что неплохо было бы найти нам партнера. Человека, скорее всего, это девушка, обычно так происходит, у которой уже есть, возможно, опыт в бизнесе, что было бы очень классно, возможно, у которой есть свое свадебное агентство или есть такая мечта, есть возможности, но при этом ей не очень-то хочется или как бы не хочется тратить свое время на то, чтобы завоевывать себе долго имя, либо же просто не очень хочется этим заниматься, а хочется непосредственно работать с клиентами. Поэтому, в общем-то, суть простая. Я ищу партнера равноправного для своего агентства. Я не ищу девочек, которые будут учиться, я не ищу людей, которые не понимают, что такое бизнес. Я ищу партнера. Хочу на этом обязательно сосредоточиться, потому что после того, когда я написала это объявление, дала пост в соцсети, очень много человек начало писать, я так хочу. Нет, мне нужен бизнес-партнер, человек, который готов вливать свое время, энергии и деньги в этот проект. Поэтому, если вам это интересно, обязательно отправьте мне имейл или напишите в любую социальную сеть, мы с вами пообщаемся, и если мы увидим, что вы тот человек, который понимает, собственно, кого мы ищем и является таковым, мы обязательно с вами встретимся, и кто знает, возможно, мы станем новыми партнерами и дадим идеальной свадьбе новую жизнь, новый виток и возможность создать еще не один десяток, а может быть и сотню крутых свадеб. Так, вы сейчас думаете над тем, каким образом вы будете сообщать клиентам, вообще искать новых клиентов, ну, о маркетинге, или уже и так весь город будет? Что у вас там происходит? В основном сейчас знают наши клиенты, которые уже у нас были, которые у нас в группе. Мы там сообщили, что простите нас, но у нас ремонт, но мы вам всем сообщим, когда мы откроемся. Те люди, которые приходят, естественно, они знают. Наши друзья все знают. Вот. Но телевидение пока не откликнулось. Я им написала на телевидение, что мы участвуем в бизнес-шоу, там, ну, все это, ссылочку дала, все. Они написали, что менеджер ответит, но пока как бы нет. Я думаю, может быть, нужно на телевидение лично идти. Не по почте отправлять, я не знаю, никогда не куда там, там некуда идти. Надо сначала договориться, куда идти. Да. Вот, а да. Что вы хотели, чтобы телевидение сделало вас сюжет? Да, мы хотели бы сюжет. Ну, они, как правило, такие делают за деньги. Ну, это же реклама идет. Ну, почему? Часто показывают тоже как какие-то стартапы, как людей. Я думаю, что нужно регулярно. Я бы посоветовала каждую неделю, вот там сколько у вас, пару каналчиков региональных есть, просто рассылать пресс-релизы и менять заголовки. Вот, о том, что вы открываете салон там, за минимальные деньги, там очень классный уровень для вашего города. Как-то по-разному всякие пробовать. Даем ссылки на сюжеты на нашем канале. Они увидят, что уже есть материал интересный сам по себе. Уже видеоматериала же потому много. Потому что люди очень любят, ну, телек, он любит все-таки показывать истории, как простые люди что-то создают, делают в их городе. Вот это как бы то, что может быть интересно. Но в любом случае вам нужно думать над тем, все равно, каким образом вы будете тем людям, которые живут в вашем регионе, да, оповещать, что вы будете делать, может быть, какое-то открытие вы будете делать там. Ну, то есть сделать так, чтобы все равно город о вас поговорил, и вы смогли тех людей, которые вы можете быть интересны, они о вас узнали. Что с новыми мастерами сейчас? Сейчас новые мастера, Катя вот дала объявление на мастеров, и только она дала, мне уже пишут те мастера, которых я когда-то не взяла на работу, потому что перетрубации были, они мне уже начали вайбер писать, и очень интересно, вот
привлекает объявление, в котором пишет, что новый салон красоты. Mm-hmm. И они сразу, а где этот салон, а что, а как? Ну, то есть, я думаю, мастеров мы должны найти. Потом у нас остается Алинка, вот которая девочка еще работала с Катей. Она mm-hmm. такая вот послушная, Кате она понравилась, она ее оставила в свою команду. Единственное, говорит, я ее буду подправлять, если что-то не так. Катя, кстати, сама планировала обучаться, как у вас с этим? Да, она уже записалась, мы будем 19 сентября на выставке «Интершарм» здесь в Киеве, а 20 сентября она идет на один день там по обучению. Потом у Крупчинского она тоже хочет обучаться, но там, по-моему, в ноябре, если я не ошибаюсь, они позвонили, да, там не так часто это обучение бывает, вот, и там тоже есть по колористике, есть по стрижкам, там разные направления. Вот она учиться хочет, это горит вся. Да. Она не смогла приехать, потому что, я же говорю, у нас такой рабочий процесс, она сейчас занимается. Ну, нормально, там. Мы ее видели, все в порядке. Да. Ну, здорово. Главное, что у вас на все происходит. Там, да. Супер. Ну, я думаю, что тогда мы будем ждать уже, собственно, самого открытия, потому что я думаю, что наша задача будет посмотреть, какой поток людей вы сможете сгенерить и посмотреть, да, как клиенты пойдут, как вы сможете работать по ценам. То есть, возможно, нам дальше нужно будет подкорректировать уже вашу бизнес-модель, ваш маркетинг, для того, чтобы у вас была полная запись, для того, чтобы цены ваши позволяли вам теперь не выживать, а все-таки нормально себя чувствовать, ну и, соответственно, подумать, нужно ли делать что-то дальше, или как бы все будет ок. Но я думаю, что в любом случае какие-то коррективы мы однозначно внесем, поэтому сейчас у вас как раз есть время, ваш законный месяц для того, чтобы уже дойти до результата. Они сейчас у нас, Оля, работают, до сих пор приходят, мы им говорим, да у нас же здесь все разбито, у нас же здесь бетон, стяжка. Я не знаю, Сергей, вот этот месяц, этот раствор, а они сидят полный зал и говорят, ничего страшного, женщины, главное быть красивым, особенно перед 1 сентября. У нас поток людей, что на продажу было, что в салоне. Мы уже не знаем, мы извиняемся, извините, ради бога, что такие условия. Представь, что будет, когда откроетесь, да, с новым ремонтом. Приходят. Я тоже, знаешь, смотрю на эти визуализации, мне прям хочется уже к вам прийти, не знаю, я прям, меня подрывает поехать в Мариуполь. Никогда там не был. Может быть, тебя и отправят. А я останусь совсем одна. Ну, а теперь немного общеобразовательных новостей. Во-первых, я напоминаю вам о том, что 24 сентября, совсем скоро, стартует 30 дней в ритме Ермиловой. Мой онлайн-марафон, где мы с участниками, с большой группой в Вайбере каждый день выполняем крутые задания, живем в моем ритме, улучшаем свое состояние, настроение, финансовое положение и прочие факторы. Под видео есть ссылка, обязательно переходите. Сегодня вы получаете еще огромное количество бонусов, приобретая участие в этой программе. Поверьте, вам очень понравится. Если вы никогда еще прежде не принимали участие в моих марафонах, вам будет о чем вспомнить. Ну и, конечно же, 25 сентября мы проводим с Сергеем бесплатный онлайн-мастер-класс по бизнесу. Все подробности о нем вы можете также прочитать внизу. Обязательно подписывайтесь, заходите там в формочку для того, чтобы не пропустить, для того, чтобы прийти и иметь возможность задать свои вопросы, услышать, что мы с Сергеем хотим рассказать вам о том, как сегодня работает бизнес, что необходимо внедрять, каким образом сегодня упаковывать свой продукт и так далее и тому подобное. Все, что касается вашего бизнеса. Так что переходим по ссылочкам ниже, изучаем, вписываемся и до встречи, друзья! Продолжаем! Кто там? А у нас есть кого послать за кофе? В нормальном проекте так, есть перестаньте снимать менеджмента. Идите за кофе. Все. Не знаю уже, сколько времени мы снимаем. Россия, Новосибирск. О, класс. Наконец-то. Тут должен быть фанфары. Продвижение и развитие YouTube-каналов. Ого. Администрирование, настройка таргетированной рекламы, взаимодействие с блогерами. Я жду вас на кастинге, и дальше мы посмотрим. Я думаю, что есть реальный канал, на котором можно показать свое мастерство, да? Да. Я прям готова. Ютубер до мозга костей. Продвигаю проекты на YouTube. 323 подписчика. Ну, нормально. Ну, ладно тебе. Нормально. Ну, что ты начинаешь мне? Ну, подожди. Ну, может быть, это наш... Ты понимаешь? Да. Здесь, может быть, да. Миллион.
услуги графического дизайна. Да. А вот. Из какого она города? Из Киева. А сайт Julius.ru. На Россию, наверное, работает. Классно, молодец. Загружается такая вертушечка. Смотри, какая классная. Ура! Сработало! Дизайн логотипов, дизайн печатной продукции. Смотрим. Берем. Берем однозначно. Может, вытянешь за меня? Давай. Не надо. Все, куда руки? Игнат. Я говорю тебе, мужчины. Игнат, красивое имя. Они мне говорят, не надевай декольте. Вообще больше их слушать никогда не буду. Игнат Туренко, Днепр. Какие услуги вы предлагаете? Tea and coffee. Ты знаешь, что такое tea? Tea, слышал такое слово. Что? Не титьки. А что, другое? Что-то еще означает? Производство и продажа. А я не совсем понимаю, как это будет. Теоретически. Tea and coffee. Ну, можно всем просто подавать, помогать. Давай мы пообщаемся с Игнатом. Так, Юлия Бавыкина, Киев. Организация мероприятий, фотосессий, ведение аккаунтов в соцсетях, продажа товаров. 3 года работала с мужем в крупном бизнесе с командой в 250 человек. Организовывала тренинги для сотрудников, вела переписку. Наверное, это секретарь. Ну да. Судя по всему, структуры и инвесторам делала все и много, 24 часа в сутки с кайфом. Но на самом деле, самые крутые сотрудники, которые у нас были, это вырастали из секретарей, да? Mm-hmm. Потому что они у нас тупо делали все. Mm-hmm. Они потом могли возглавить любую компанию. Так, сейчас переехала из Москвы в Киев. Планирую свое личное независимое женское дело. Я боец, глаза горят. Короче, я вас хочу видеть. Я хочу ей видеть. Юлию Бавыкину. Глаза горят, она вообще все тупо умеет. Mm-hmm. И, наверное, даже не тупо. Все, Юля на кастинг. Кременчуг, Украина. Белая церковь. Риэлтор недвижимости. Продажа, покупка, аренда. А что мы делать с ним будем? Львов. Хочу бути в команде, допомагати навиками. Шо-шо? А я нет. Попробовала бы ты со мной так. Молодец. А Елена Климова. Между прочим, дрессура 10 лет. И заметьте, как гавкнул беззвучно. Анохина Алена, Киев. Так, дизайн интерьера, декоратор. Мне кажется, нам пора новый ремонт. Да пора уже. Этот уже только старый. Дизайнеров. Уже старый, уже все. И Петреску уже не в моде. И Петреску уже не в моде. Треску, кстати, обещала прийти на кастинг. Же классные картины такие. Я сижу, прям вот энергетика на меня. Так, а знаешь? Ты вообще. Я вообще сижу и думаю. Вот такое ощущение, что на землю спустились боги и сделали это. И нам все дали. Блин, офигенно. Кресла вот такие. Офигенно все. Удобные. Такое классное. Ага. Вообще, я вас обожаю. Обожаю, да? Так, Минск, Беларусь, уже хорошо. Ирина Вабищевич. SMM, PR, копирайт. На кастинг. Фотограф. Украина, Кременчук. Также работаю ведущей, провожу мастер-классы по ораторскому искусству и невербальному общению, что так необходимо знать каждому предпринимателю. На кастинг. Угу. Будем смотреть. Ирина Лазарева. Cake Production. Cake? Сереге уже нравится. Да, слово такое, такое сладкое. Как Рокки. Сыр. Кейк. 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 Какие услуги предлагаете? Реализация кондитерских изделий, изготовление кондитерских... Короче, приходите. И помните, что приходить на эфиры с пустыми руками – это грех. Так, Катя Андрейчук. А знаешь, что прикольно? Это та же компания. Катя Андрейчук и Ирина Лазарева. Они вдвоем заполнили. У нее тоже Cake Production, продажа десертов, и в частности, я их готовлю. Они на всякий случай закинули 2 анкеты. Либо они решили друг друга кинуть. Они смотрели, значит, вместе. Ага. И Ира говорит Кате. О, какое шоу. Какая фигня, да. Дурня. Это, говорит, вообще фигня. Ага. И никогда бы на такое не пошла. К Ермиловой нет. Не. Никогда. И потом такая. Мы специально их пригласим на одно время или нет? Или будем показывать в разных эфирах?
Муа! Ну, приходите обе, потому что кексики – это хорошо. Когда кексиков в два раза больше, это еще лучше. Так, Яна Мишук. Научу выглядеть стильно, модно и успешно, а не как бедная родственница. Ага, хорошо. Яночка, вперед, давай. Я предлагаю даже не покажи смотреть. Покажи нам, Янка, в конце концов. Даже не смотреть ее инстаграм, а посмотреть на нее прям сразу. Я да. Угу. Я да. Причем да. Угу, да. Так, Евгений Осокин. Осокин, Осокин, рябина моя. О, где ж ты, Осокин? И как же я без тебя? Да, реально мужики попёрли. Я тебе говорю. Ой. Ты думаешь, это потому, что расстегнула? Я думаю, это потому, что я в последних эфирах вообще, ну, там, где тебя не было. Все норм, мужики, вы сила. Или они меня перестали бояться? Я пошел нервно курить. О, Осокин. Осокин, Осокин, приходи. Нам нужен фотограф. Нам нужен, конечно. Приходи на кастинг. Осокин, бери свою камеру, самую большую. С самым большим объективом. Да. Москва, Россия, Украина, Киев. Продажа готового бизнеса и франшиз. Ну что, давай на собеседование, угу. Да? Да. Россия, Пермь. Организация бизнес-событий. Есть большой опыт управления командой проекта, могу им также поделиться. О, и цель участия – наконец-то познакомиться с Ольгой Ермиловой. Заходи. Давай, будем знакомиться. Обработка видео, создание роликов, графический дизайн, полиграфия, веб. Вы все уволены. Слушайте, ну класс, ну здорово. Пусть приходит, то сейчас запугает. Так, Евгений Червяков. Ла-ла. Если бы я была Ольга Червякова. Продажа автозапчастей, пригон авто из-за рубежа. Актуально. Консьерж, сервис авто. Я не знаю, а что нам делать? Я не знаю. Ну, Евгений, вот вы мне нравитесь, потому что вы мне нравитесь. Фух, ну чё, как тебе? Ну, я не представляю теперь, как со всеми встретиться. Ну, очень просто, очень просто. У нас будут с тобой кастинги, сейчас назначим время, а будет в онлайне, и они все придут сюда. Мне не хватило, знаешь, кого? Мне не хватило людей, которые бы настраивали рекламу. Ага. Мне не хватило людей, которые бы делали сайты. А тебе не хватило людей, которые вот могут что-то делать, но они не знают, что, этих людей достаточно, да. Этих людей достаточно. Я думаю, что, во-первых, мы пока даже не знаем, каким участникам мы будем создавать команды. Это будет формироваться в процессе, это будет интересно. И я думаю, что мы разрешим людям продолжать присылать анкеты, и мы будем с тобой смотреть, и уже по ходу к тем участникам, которые у нас будут, будем формировать команду. Но сейчас у меня отдельное обращение к людям, которые присылают анкеты или думают о том, чтобы прислать анкету на заявку в участие, стать главным участником. Ребята, это офигенная возможность, вообще офигенная возможность получить для себя команду, которая будет работать для вас, и вы не будете им за это платить деньги, и будете иметь возможность получить результат, посмотреть этих людей на деле, в процессе. Это просто офигенно. Поэтому отдельное привет всем, кто занимается ресторанным бизнесом, потому что я уже вижу тут классных людей. Ну и вообще отдельный привет всем. Не фукайте свой шанс. Я, честно говоря, устала. Я тоже. Очень сильно. Я уже даже не знаю, который час, но я думаю, что дети уже спят. Пошли домой. Пошли. Второй сезончик обещает быть горячим. Поехали. Ты настоящий партнер, чувак. Поехали. А у нас секс будет? Размечталась.